Всем привет! Это очередной выпуск «Открой рот ТВ». Я Михаил Фаустов. Я все это придумал, я изобрел чтение вслух и теперь заставляю читать и взрослых, и детей наши выпуски новостей каждую неделю в ночь на вторник. Итак, что же изменилось с прошлого вторника? Карантин, увы, не закончился, а мы провели 5 финалов страницы в разных городах, а еще 6 «Открой ротов», 2 из которых за виртуальными пределами России. Две прекрасных девочки вписали свои имена в зал славы страницы. Алина Репина из Благовещенска пополнила список двукратных чемпионок в одном отдельно взятом городе. А вот Настя Пекина из Брянска стала первой в истории суперчемпионкой. Она выиграла брянскую страницу 19, это было в прошлом году. А 2 мая Настя, которой меньше месяца назад исполнилось 18 лет, пришла участвовать в брянском «Открой роте» и там тоже победила. Продолжают чудить туристы. 2 подряд «Открой рота» выиграл легендарный Владимир Князев. Сначала в Абакане, а потом в Челябинске. Не знаю, как про Челябинск, а вот насчет Абакана я вообще не уверен, что он знает, где это. В этой связи я немного подумал и решил применить правило номер 23. Отныне турист, победивший в 2 и более городах, может принять участие в финале только одной конференции. Пока что мы предоставляем этому человеку самому выбрать в какой. Ну, в случае с Князевым это либо Урал, либо Сибирь. Однако, если будет выпендриваться, то мы и это право у него отберем. При этом освободившееся место в финале 2 конференции не вправе занять никто. Оно так и останется пустым. Туристы не допускались в отборочные туры конференции за границей, которых на этой неделе прошло 2 – в Турции и в России. И еще немного международных новостей. Страница 20 была выдвинута на международную премию IBBY Asahi за лучший проект в сфере развития и продвижения детского чтения. Мы оказались среди 25 лучших проектов со всего мира. Премию нам, правда, не дали. 10 тысяч долларов выиграл проект из Аргентины, в котором дети читают книги в больницах. С одной стороны, конечно, жаль. 10 тысяч бы не помешали. А с другой стороны, поздравляем аргентинцев. Они крутые.